старший хор «Адиамус». Пожалуйста, пока ребята выходят на сцену. Пока ребята готовятся к выступлению, я скажу несколько слов. «Адиамус» — это слово придумал английский композитор Карл Дженкинс. И он переводит это слово как «музыка вселенной». Так называется и одна из знаменитых, известных в Европе композиций Карла Дженкинса. Но об этом чуть позже. А сейчас «Летние ветерки» — произведение шведского композитора Анны Геттерберг. Слова написаны шведскими студентами, шведскими гимназистами из Стокгольма. Итак, «Летние ветерки» исполняет старший сводный хор «Адиамус», руководитель Анастасия Сергеевна Воронина, концертмейстер Евгений Киян. Исполняется впервые.